здравствуйте, дорогие друзья! Нашу сегодняшнюю передачу мы назвали «Блаженны нищие духом». Все мы знаем, что это выражение из первой заповеди блаженств, которая говорит о счастье угодников Божьих, приобретаемое им через величайшую христианскую добродетель – смирение. Но как взрастить в себе эту добродетель? Отцы Церкви считают, что это невозможно без личных аскетических подвигов. Так преподобный Исаак Сирин говорит, что смиренному свойственно довольствоваться малым, иметь бедное одеяние, не желать никаких материальных благ и даже более того, быть готовым и хотеть нищеты и бедности. Итак, блаженство праведников и бедность. Взаимосвязаны ли эти состояния человеческого бытия? Если да, то как? Обсуждать эту тему мы будем с настоятелем храма во имя Иверской иконы Божьей Матери, протоиереем Дмитрием Садовским. Здравствуйте, отец Дмитрий. Здравствуйте. Существует ли взаимосвязь бедности и блаженства нищих, о котором говорится в первой заповеди? Между блаженством и бедностью прямой очевидной связи не существует, как, наверное, между богатством и блаженством. Однако, что такое блаженство? Мы говорим о блаженстве, как о бытие души человека с Богом. Вот нужен ли человеку, который живет с Богом, насыщен Богом, вот живую связь имеет с Ним постоянно, нужно ли ему богатство, чтобы он сам выбрал. И вот опыт жизни праведников, святых, говорит о том, что они выбирают минимальную заботу в этом мире. Минимальную заботу для того, чтобы иметь время, драгоценное, самое главное, самое большое богатство, чтобы в этом времени пребывать с Богом. Поэтому можно сказать так, есть вынужденная бедность, есть страстное желание богатства. Но если мы желаем найти Бога, то, наверное, придется не думать ни о богатстве, ни о бедности, по крайней мере, не желать богатства. Человек богатый. Он может достичь смирения, абсолютно не связывая это со своим материальным положением, то есть умаляя как-то свое богатство, как-то желая обеднеть, чтобы достигнуть этой христианской добродетели. Я могу сказать так. Вот весь мой небольшой опыт жизни в церкви свидетельствует о том, что люди богатые, приходя к вере, беднеют, потому что они начинают иначе относиться и к богатству, и к другим людям. Они не могут их вот беспардонно эксплуатировать, они начинают воспринимать их как тех, кто Господь послал этим людям, чтобы они им помогли. И поэтому отношения становятся очень сложными по нашему времени. И человек открывает себя, становится уязвимым для тех, кто с ним трудится, работает. Он не может вот так запросто, однозначно решить по-современному проблему, жестко, жестоко. А значит, его дело начинает хереть в нынешнее время. Так происходит. И это, я думаю, это одно мое личное мнение. Я недавно в журнале «Информал» тоже читал о том, что такое явление совершенно однозначно появляется. Богатые люди, приходя к церкви, скорее всего, будут беднеть. Однако же расточить свое богатство человеку бывает очень тяжело. Здесь сказываются в первую очередь страсти, которые движут людьми, страсть серебролюбия. И может ли человек вот эту страсть преодолевать осознанно, расточая это богатство, как инструмент к приобретению смирения христианского? Это, по-моему, так само и происходит. Ведь придя в церковь, человек не просто теряет то, что у него есть. Он обретает высшее, большее. Ведь почему люди уходят в пустыню? Почему церковь, она же не от мира сего. Настоящая церковь не от мира сего. Может, весь мир для нее, для церкви, несомненно, потому что она оправдывает бытие мира. Но сама эта церковь – это уже связь с Господом, это уже сам Господь, Его тело, Христово. И мы знаем, как тело Христово вместе, как Бога-человек пребывал, в каком он состоянии пребывал здесь, на земле. И поэтому всегда было две ситуации в церкви. С одной стороны, церковь ждала иной жизни, готовилась к этой иной жизни. Собственно, это и есть цель. С другой стороны, церковь пребывала в этом мире и как-то этот мир тоже организовывала. Нравственно влияла на него, социально помогала. Это извечный спор Лосорского и Иосифа Волоцкого. Спор, в
котором, это уже мое личное мнение, большинство христианских сидит на стороне Нила Сорского. И не только христиан, потому что все, кто сталкивается, прежде всего указано наше богатство, как некое недолжное, некое ненужное нам, некое соблазняющее их. Хорошо известно евангельское повествование о встрече богатого юноши и Господа Иисуса Христа, когда Господь предлагает юноше оставить свое богатство и идти вслед за ним. И после того, когда юноша, скорбя и печалясь, осознавая невозможность этого для себя, отходит в сторону, Господь говорит известные слова, что легче верблюду пройти сквозь игольное ухо, чем богатому войти в Царствие Небесное. Каково понимание этих слов? Ну, мне прежде всего кажется, что очень важным элементом этой истории является реакция учеников Господа на это заявление. А кто тогда может вообще спастись? Я думаю, в современном жизни, в современной жизни, я думаю, что люди бы иначе отреагировали, потому что мало кто считает себя в этой жизни богатым. Проблема нашего времени, что мы в большинстве люди с несытым сердцем. Нам всегда мало, нам всегда не хватает. Нам всегда кажется, что мы последние в очереди, и нам в спину дует ветер. Вот это состояние, желание, вот это вот обрести нечто большее, высшее, жажда этого, вот то, что губит человека, идущего по пути вот современной жизни, богатства, накопления, корыстолюбия. Если мы говорим о том богатстве, который должен был, о том раздаче богатства, вот юноша, который был раздать, просто его сердце было привязано к этому. Ведь может быть богатство, например, интеллектуальное. Кто бы может поверить, что, скажем, болезнь, приводящая к безумию, лишение его интеллектуального богатства, может быть путем спасения его души. Кто на это может согласиться? Или, например, любовь к другому человеку. Для современного человека любовь, страсть возникшая, это однозначное право этого человека отказаться исполнять свои обязанности, супружеские, родительские, она соединится с любимым человеком. Все, главная цель. Его сердце пленено этим, он не может поступать как должно. Поэтому это частный случай. Богатство может быть очень разным, неправедное богатство. Но, как правило, конечно, для большинства людей, наверное, вот это устройство жизни, оно имеет большое значение. Даже в духовном укладе, нарушение духовного уклада, вот, например, оно всегда ведет к какому-то духовному разорению. А уж я не говорю о нарушении материального уклада человеческой жизни. Человек очень много теряет при этом развале, если, конечно, он это не делает сознательно, приобретая больше, идя ко Господу. Каким образом современный человек, современный христианин относится к вопросу взаимосвязи богатства и праведности, мы решили узнать у православных прихожан храма. Мы знаем евангельское повествование о богатом юноше, который не смог отказаться от своего богатства, отошел опечаленный. Почему богатому трудно войти в Царствие Небесное? Наверное, потому что трудно расстаться богатством своим. Очень много держит всяких условностей. Чем больше имеешь, тем больше хочется. Как-то трудно обуздать страсти свои. Русские такие поговорки есть. Богатое, сытое брюхо к молитве глухо. Сытый голодный не разумеет. Как-то все-таки наше богатство в общении, в общении с Богом, конечно, но в общении с людьми. Можно, конечно, держать себя надеждой, что у меня будут там деньги, я буду богат, я там одарю того, другого, третьего. Но на самом деле жизнь показывает, что человек, который в большей нужде живет, вот, в большей нужде воспитан, он больше других людей понимает. Богатство, оно определенный образ жизни предполагает, какие-то материальные блага, к которым привыкаешь, там, дом, ну, все, вот, что к богатству приложено. А если теряешь это, то рушится жизнь, в общем-то, редко кто может из богатых потом, терпя лишения, жить
жить радостно, жить вот радоваться, как вот он в богатстве жил, что вот очень сложно привыкнуть к бедности, к нищете. Это вот искушение большое, когда богатый теряет свое богатство. Трудно расстаться с богатством, и я считаю, что надо не делать никаких накоплений, а жить только на то, что Господь послал. Но я не думаю, что богатому труднее войти в Царство Небесное. Просто богатому наверняка тяжелее расставить приоритеты в этой жизни, выбор сделать между земным и небесным, потому что земное у него очень весомое и большое. И вот поставить на первое место небесное богатому человеку, вероятнее, тяжелее. Вот поэтому ему и труднее войти в Царство Небесное, как вот Господь Евангелие сказал. Богатый, смотря какими путями он их заработал. Ну, по-моему, честных денег у богатых нет. Безусловно, Господь сердцеведец. Ему известно, прикладывает человек сердце к своему богатству или не прикладывает. Но может ли богатый человек в простоте сердца пользоваться предметами роскоши, устраивать свою жизнь с комфортом и просто наслаждаться материальными благами? Либо же для христианина это все-таки противоестественно? Я могу сказать про себя в первую очередь, что лично я замечал так, что обретение какого-то комфорта, оно, конечно, меня пленяет. Очень тяжело, переходя, скажем, каким-то элементом жизни более удобный, богатый в каком-то смысле, ну, в масштабах моей жизни, очень тяжело потом вернуться назад. А ведь все-таки жизнь христианина заключается в том, чтобы он жертвовал, отдавал. А вернуться назад, пожертвовать вот этим комфортом, очень тяжело. Я думаю, об этом, это не только мое личное мнение, про себя-то я однозначно это знаю. Об этой вреде комфорта говорил, например, такой известный праведник, как Серафим Роуз, который считал, что вообще все беды духовной жизни Америки заключаются в том, что она привыкла к комфорту. Это вещь, которая очень пленяет, очень захватывает, очень связывает человека. И поэтому, я думаю, христианину, конечно, очень осторожно относиться к таким вещам. А потом еще, понимаете, если говорить о церковной нынешней ситуации, то следует, помните, как сказать, все-таки встать в положение, принять мнение апостола Павла, помните, когда он говорит, идоложертвам ем я мясо, идоложертвам не ем я мясо, но если я искушаю этим брата своего, то не буду есть мясо вовеки. Вот все-таки надо помнить, что мы свидетели. И свидетель должен свидетельствовать о правде Христовой, о его бытии, о том, что можно жить иначе, чем живут люди сейчас. Ведь проблема нашего времени – это именно подняться повыше, наступив на другого. Блаженны нищие духом, который выбирает нищету ради духовной жизни, который уступает место ради того, чтобы остаться за Христом. Вот этот призыв апостола Павла отказаться от чего-либо искушающего брата моего, как вам кажется, батюшка, вот этот призыв, не оказывается ли он сегодня несправедливо забыт многими христианами, которые говорят, что человек искушается своими собственными страстями, и не стоит, например, мне пересаживаться на более дешевую машину или отказываться от каких-то роскошных апартаментов, каких-то, может быть, предметов роскоши и условий комфортной жизни. Люди искушаются своими страстями, я в этом не виноват. Вопрос острый для нашего времени в принципе. И он особенно острый, потому что вот надо понимать, что было в понятиях богатого, богатства, скажем, времена Христа или времена царя Давида, и что является богатством в наше время. В наше время богатство – это не даже наличие вот каких-то вещественных проявлений, это занимание определенного места. Ведь это определенное место. Определенное место занимания требует определенных реакций, отношений. Понимаете, вот у меня такое чувство, что в настоящее время богатство опаснее. Богатство нынешнее, того богатства, которое было времена
того же царя Давида. Тогда что? Упорный труд, и твое стадо приумножилось. Значит, старайся максимально молиться Богу, потому что все действительно связано и с промыслом Божиим. Не искушай Бога своим греховным поведением. Трудись, и ты обретешь вот то богатство, которое было доступно для большинства людей того времени. В наше время все не так. Чтобы обрести богатство, а это, по сути, войти в какую-то властную структуру, структуру, которая уже крепко устоялась и связана, приходится очень принципиально решать вопросы об отношении к другим людям, а значит, отношении к Богу. Поэтому я думаю, что церкви надо явить себя в этом мире именно сознательной бедностью. Я понимаю, что, может быть, я искушаю тех, кто знает мою жизнь конкретно, как священника. Может быть, я кого-то искушаю своим благосостоянием, но я ведь должен сказать, как оно должно быть. Тема аскетики – это все-таки красная линия проходит через творение святых отцов. И в святоотеческой письменности мы всегда находим массу примеров того, как люди боролись вот с этой вот роскошью, с комфортом, бегали от этой роскоши в своей жизни. Один из святых, мы знаем, подарок, преподнесенный ему вельможей, носил на рынок и продавал его, а деньги раздавал нищим. По-моему, это был Иоанн Златоуст. Не так давно был снят прекрасный фильм «Остров». Многие смотрели его, где один из главных героев, отец Анатолий, настоятель у монастыря, тоже преподает духовные такие уроки и лишает его сапогов и одеяла. Когда и то, и другое он выкидывает в воду, и за это его затем настоятель благодарит, как за те поступки, которые помогли ему осознать свои пристрастия. Вот как вы считаете, сейчас пастырь, православный священник, он должен подталкивать человека к какой-то личной аскетике в этом отношении? В наше время, время хороших, правильных слов и совершенно противоположных житейских обычаев и традиций. И поэтому достаточно, если бы мы все как умели, как могли, старались вот эту аскетику в свою жизнь вводить. Это главное, главная проповедь. Так не надо говорить о Христе. Помню, у Бунина, Ивана Бунина, в одном стихотворении «Болтливых сытых устах» говорится. Вот сытые болтливые уста. Так ли им надо говорить о Христе и о вот, его правде? Я думаю, больше свидетельств все-таки это со стороны праведников. Ведь смотрите, Серафим Саровский никого не искал, никуда не бегал, Евангелие перед носом не махал людей, не цитировал наизусть Священное Писание. Но к нему народ шел, его искали, его буквально в смысле ловили, хотя он бежал. Существует известный термин «богословие процветания». Его основной посыл заключается в вере, что Господь благословляет праведников не только духовными дарованиями, но также и материальными благами. Это очень удобная формула, она очень приятно ложится на сердце человека и создает некий компромисс, когда человек претендует и на духовность, и на комфорт в этой жизни. Как православие относится к этому учению? Наверное, двояко. Потому что, с одной стороны, вспоминается история о том сапожнике, которому был послан Антоний Великий. Вот мнение сапожника было такое, что я один погибну, все спасутся. И в этом смысле, наверное, он не видел вот, желания жить богато и комфортно тех людей, которые его окружали. А видел нечто иное в их душе и сердце. С другой стороны, на самом деле очень важно понимание, что жажда богатства в этом устройстве, в этом мире, это все равно как знак того, что мы не знаем ничего о том мире. Если бы мы видели Христа и знали Его, как Его знали и видели святые отцы, преподобные, об этом мы читаем только, то, наверное, нам не хотелось бы ничего здесь больше. Через слова апостола Павла, помните, что имея желание как-то решиться и быть со Христом, вот его желание умереть и быть со Христом.
Это для нас пока еще только некое направление. Я не думаю, что вот сейчас у нас только много людей, которые так же хотят жить. Не жить, а вот так пребывать, уйти из этой жизни для Господа. Так знают хорошо Христа. Так знают, что такое быть с Ним. Считаете ли вы, что материальное благосостояние – это благословение от Бога? Да. Нет, я так не считаю. Да, я так думаю, что это действительно так. Нет, никогда не считал и не считаю, и не буду считать это. Потому что я думаю, что если все деньги – это не чистые деньги. Я считаю, что да. Потому что каждому человеку всегда получаются в жизни какие-то соблазны. И вот богатому человеку соблазнов этих значительно больше. И ему приходится всегда бороться с ними, а бороться с ними тяжелее, будучи богатым. И поэтому Бог дает богатство избранным людям, которые могут их понести для того, чтобы и быть богатым, и сохранить нравственную чистоту, что дано, мне кажется, не каждому. Я считаю, что нет. Это мое личное такое убеждение. Я воспитана была на нашей классической литературе. Там самые красивые, самые светлые образы. Это всегда люди небогатые. У Мариэтты Шагиньян есть такая большая вещь, у нее крупная, «Человек и время». Она сама была дочерью богатого купца Ромянского. И вот она вспоминает из своего детства, что однажды няня ей сказала: «Никогда не стряхивай крошки со стола рукой, потому что богатый не будешь, будешь бедный». А она, поскольку знала, жила в богатой семье и знала все беды богатых, вот она как раз видела, что счастливые люди – это как раз бедные люди. И поэтому после того, как няня это сказала, она стала стряхивать крошки только рукой со стола. Здесь есть такой некий момент. Если человек соглашается с тем, что Господь благословляет праведника и материально, то отсюда вытекает такая формула, что если Господь карает или разрушает благосостояние какого-то человека, то это происходит по грехам его. То есть скорбь – это не посещение Господа, а это кара Божья. Несколько такая ветхозаветная постановка вопроса. Если говорить о протестантах, то, мне кажется, они вообще ближе к Ветхому Завету, чем к Новому. В принципе, ближе к Ветхому Завету. Потому что Новый Завет предполагает все-таки вот понимание себя в свете правды Христовой. Тогда бы, я думаю, если бы люди видели себя глазами Христа, они бы не говорили, что они спасены по факту своего знания Священного Писания, по факту своего пребывания вот в той или иной церковной организации. Я спасен, я крещен, я спасен, я уверовал. По факту как бы своей веры. Потому что вера – это живая связь человека с Богом. И поэтому, я думаю, не было бы острое чувство раскаяния о наших реакциях жизненных, которые остаются у нас. И на место того правдивого, правды, того Христа истинного встает, конечно, некий идол. Мамонна. И вот в этом смысле, конечно, возникает понимание того, что если я богат, значит, я благословен Богом, если я беден, значит, Господь отвернулся от меня. Это утверждение возникает из толкования определенных мест Ветхого Завета. А в Псалтире есть, в частности, такие места, где говорится, что богатство и слава в доме праведника. Это общеизвестные места, но абсолютно разное толкование предлагается протестантскими богословами и святоотеческими авторами. В частности, Максим Грек, Василий Великий, Феофан Затворник, Блаженный Августин. Они говорят о том, что понимание богатства, о котором говорится в Ветхом Завете, оно нами должно пониматься как богатство духовное. Богатство духовных дарований, которое наследует праведник в этом мире от Бога, но никак не материальное богатство. И вот это кардинальное расхождение, не является ли оно вот ключом к тому богословию процветания, которое исповедуют, ну, в частности, неправославные? Конечно, так. Духовное богатство, оно иное, чем богатство материальное, и дает иную радость. Оно, помните, как Господь говорит, что
никто не возжаждется, если вкусит этого богатства. Ему ничего больше не надо будет. А богатство, то, о котором пекутся очень многие люди на земле сейчас, оно никогда не насыщает сердце человека. Человек все время пребывает, вот мы говорили же об этом недавно вот в нашей беседе, пребывает все время в чувстве своей бедности, в чувстве своей нищеты даже. Ему хочется большего, чего у него сейчас нет. А приобретя это, он опять-таки тоже ощущает, что это не насыщает, а хочется еще чего-то еще большего, иного. Все вместе. И вот эта вот жажда, постоянная жажда. И не просто жажда, как всякая страсть, это жажда нарастающая. Человек никогда не сыт. Мы знаем, что Господь посещает человека скорбями. Будет это болезнь или бедность, или еще какая-то потеря материального благосостояния. Страдание – это наказание Божье или это горькое лекарство, которое необходимо к нашему спасению? Вот здесь замечательные слова святителя Николая Велимировича о том, что голод – это пища души, голод тела. Вот это очень замечательные слова. Так и страдания часто бывают пищей души. Душа развивается вот в этом восприятии жизни. Почему люди говорят о болезни, что посещение Божие, о вот какой-то скорби, что посещение Божие? Если это от нас не зависит, и в этом смысле, конечно, это некое обогащение души. Церковь это прекрасно знает. И поэтому он назначает время добровольного голодания, там, скажем, борьбы с своими страстями телесными, время воздержания. Не голодание, неправильное слово, время воздержания назначает для всех нас. То самое, что мы называем постами. Для духовного возрастания человеку необходима помощь духовника, пастыря. Но среди нашей аудитории, наверное, есть такие телезрители, которые не являются воцерковленными людьми. И, может быть, для них, отец Дмитрий, вы скажете некие духовные ориентиры, такие как бы маленькие маячки внутри каждого человека, глядя на которых человек может определить, а я сейчас приближаюсь к Богу, либо же в моей душе нет места для заповеди, которую нам принес Христос. В моей жизни был такой опыт. Когда я рукополагался, один старый священник сказал мне, но пожелал мне, никогда не отказывайся ни от одной требы. То есть человек приходит к тебе с бедой, ему надо что-то от тебя. Не отказывайся ему послужить. Я думал, что это легко. Это очень тяжело в жизни. И мне кажется, чем больше мы все будем, забывая себя, служить другому человеку, который оказан на твоем пути жизненном, любому, воспринимая его как Христа, который к тебе пришел, не переносом, а в прямом смысле, то и это есть тот самый маячок, который тебя приведет к правильному пониманию и тебя в этой жизни, и твоего положения, и твоего отношения к тому, что у тебя есть, и всего в твоей жизни. Главное наша жизнь, наше направление в жизни всех христиан – именно вот это вот обнаружение в себе той силы, через которую ты можешь, забывая о себе, служить другому человеку. Закончить передачу хотелось бы словами Евангелия от Луки: «Царствие Божие внутри вас есть». Безусловно, человек, который ищет этого Царствия Божия, он будет оберегаем и ведом самим Богом. Но и от человека требуется внимательность и осторожность на этом пути. И здесь, конечно же, нельзя пренебрегать творениями святых отцов, которые своей собственной жизнью доказали доброкачественность их опыта. А мне остается только поблагодарить отца Дмитрия. Спасибо, батюшка. Пожалуйста. И поблагодарить наших телезрителей за то, что вы смотрите передачу «Я верю», интересуетесь религиозными вопросами. Спасибо и храни вас Бог.